Герой всенародное не только российского народа, но и еврейского тоже. Это очень неожиданно. Неожиданно, да, я знаю. Для всех, я думаю. Нет, для нас нормально, как для вас. Как вы себя ощущаете звездой еврейского народа? Ну, честно говоря, я не ощущаю себя звездой. Я еще совсем молоденький такой воробушек в плане профессии. Ну, вы сыграли очень интеллигентного молодого человека, очень умного такого, очень правильного. Ну, сериал с хорошим концом, все как нужно. Но я не об этом, я бы хотел спросить у вас, я, насколько знаю, у вас сложилась просто жизнь вот благодаря этому сериалу. Лично. Ой, как громко. А в этом смысле? Лично. Лично. Я про лично. Да. Лично сложилось. Да. Юльке надо привет передать. Сложилось? Сложилось. Сложилось. Не, у меня все хорошо. У меня дети, и вообще их, я думаю, будет много. Я думаю, что в какой-то момент я буду забывать, кого как зовут. Но это очень хорошо. Будешь спрашивать Юльку, этих вымоем или новых сделаем? Это наши или это не наши? Я очень люблю детей. К сожалению, очень плохой отец, потому что у меня никогда не бывает дома. Я постоянно где-то гастролирую, что-то там зарабатываю. Просто звоню, ну как дела, как дети там. Пытаюсь вспомнить, как они выглядят. И все. Вот на этом моя функция отца, собственно, и заканчивается. Юль, у меня еще, я хочу спросить, мы много вопросов задаем.